прогресс. Природа к человеку. Человек к машине. Дорога в будущее. Аскорб. Сегодня аскорб – развивающийся организм, и ей нужен настоящий лидер. Благодаря доктору Алистеру Смайту нашей единственной целью стали улучшение качества жизни людей и ее защита. Гений нанотехнологий и макророботизации поведет Аскорб Индастрис в светлое будущее. Наноботы. Что это? Представьте себе робота. Теперь 400 роботов, и все умещаются на вашем ногте. Микроармия, действующая на молекулярном уровне. Сила в размере, их возможности не ограничены. Смайт ведет Аскорб и все человечество в новую эру, эру прогресса. Аскорб – новая компания, которой вы давно доверяете. Окей, ребятки, привет! Я Дима, это новое прохождение на канале, но достаточно старой игры, более того, эта игра уже пройдена на канале. Правда, хреновое качество этого прохождения было. Новый Человек-паук. Игра про Спайдермена, собственно, по фильму The Amazing Spider-Man, приуроченная к выходу этого фильма еще в те далекие годы, когда мы ждали The Amazing Spider-Man с Гарфилдом. Помните, мне, кстати, нормально зашел этот фильм в конечном счете. Есть два таких кардинальных отличия от предыдущего прохождения. Даже, можно сказать, три. Во-первых, это то, что будет качество хорошее. А во-вторых, это прохождение уже после того, как я, соответственно, фильм смотрел. Потому что тогда, когда игра только вышла, я играл в нее, не смотря фильм. Такие пироги. В общем, это одно из самых популярных прохождений на канале. И я подумал, какого черта оно в таком дерьмовом качестве лежит у нас тут в архиве. Давайте-ка перепройдем. Ну и что-то захотелось в паучка поиграть. А все толковое уже давно пройдено. Короче, новый Человек-паук. Усаживайтесь поудобней, но не забудьте, конечно, g2a.com посетить, это сайт нашего спонсора. Покупая игры там, вы помогаете каналу. А после этого уже можно и наушнички одеть, вкусняшки подготовить. Мы начинаем. Новая игра. Я не знаю, я не хочу, опять же, каких-то там челленджей. Ну, герои, давайте. Начало новой игры, удалить все сохранения игры и прогресс. Продолжить, да, там 13 глав, что ли, пройдено. Удаляем весь этот прогресс. Удаляем его. Психиатрическая лечебница Белуа. 16 часов после инцидента. Я хочу вытащить вас из психушки. Но ты сам меня сюда засунул. И правильно, я... Я знаю, это звучит дико, но время на исходе, Коннорс. Плохи наши дела. Совсем плохи. Совсем плохи. Признаться честно, я не особо-то помню сюжет, если честно. Давно было дело. Глава 01. Аскорб – ваш друг. Глав здесь, по-моему, 13 или 12, около того. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как ученый-мошенник Курт Коннорс натравил на жителей Нью-Йорка ужасного ящера. Репутация Аскорб за это время полностью восстановилась, и теперь компания представляет публике своего нового гения Алистера Смайта. Это то, что происходит после фильма. Действие сразу после фильма. Помните, да? Аскорб Тауэр за 5 минут до инцидента. Кто там? Эй! Спасибо, что пошел со мной, Пит. Ты такой смелый. Только давай поосторожнее. Мне нельзя приходить сюда так поздно. Когда я в первый раз сюда залез, вышло не очень хорошо. Мы не залезаем. Мы проверяем. Здесь по ночам происходят нехорошие вещи. Доктор Смайт с ними борется. Знаешь, он не такой плохой. Он хочет все здесь изменить. Да, так и в ролике сказано. Ну, что именно подгнило в Аскорбском королевстве? Я думаю, они продолжают работу доктора Коннорса. Да, гибридизация. Идем. Ого, это как? Делают новых ящеров? Много чего нового делают. Я точно не знаю. Сегодня и выясним. У Аскорб есть мозги, есть ресурсы. Почему бы им не работать для людей? Потому я и вернулась. Доктор Смайт хочет все изменить. Я знаю. Его гениальные работы станут новой эрой в истории человечества. Подожди минутку. Природа к человеку.
будущее. Ну, здесь мы точно в безопасности, поскольку никогда не попадем в мир. Внутри. О, пригнись. Благодаря доктору Алистеру Смайту. Ух ты! Такие мы незаметные. Я знал, что доктор Смайт любит наноботов, а про больших роботов и не слышал. И ты с ними играешься, когда захочешь. Такое не надоест. Да уж, представляю. Ух ты, а это что? О боже, это доказывает, что они продолжают опыты Коннорса. Че-то он повернулся, мне это не очень нравится. А ну стоять! Ага. Ты должен был накачать его снотворным. Почему он дергается? Прости, я дал ему все, что было. Что случилось? Ты в порядке, Гвен? Да. Спасибо, доктор Смайт. Ребята, вы здорово попали. Вы что тут делаете? Все в порядке. Они со мной. Так что ты тут делаешь, Гвен? Ты знаешь, тебе нельзя приходить сюда после работы. Тем более с кем-то. Доктор Смайт, пожалуйста, простите. Это мой друг, Питер Паркер. Питер Паркер. Наслышан, наслышан. А я сегодня многое услышал про вас. Итак, зачем вы здесь? Доктор, это моя вина. Я восхищен вашей работой в Оскорб. Когда я услышал, что вы тут делаете, ну, про наноботов, мне захотелось взглянуть. Вы работали с Коннорсом, верно? Забавно увидеть вас здесь. У меня уже сил нет избавляться от этих гибридов. Так это все-таки гибриды? Вы клялись мне, что от работ Коннорса не осталось и следа? Сколько их тут у нас еще? Гвен, я сказал тебе правду. Опыты прекращены, хотя и не так быстро, как я хотел. Никто больше не превращает людей в животных. Здесь ты видишь то, что бывает, когда зверь получает хорошую дозу ДНК человека. Иди за мной. Я надеюсь, ты сохранишь все, что увидела в строжайшей тайне. То есть они теперь зверей в гибридов превращают, поняли, да? В обратную сторону все херачит. Это теперь у нас гуманность. Еще один гибрид? Безумие. Ящер чуть не разрушил весь город. Кто в здравом уме станет снова создавать этих тварей? Огромную корпорацию за минуту не изменишь. Некоторые ученые утверждали, что эти несчастные существа могут пригодиться, но их не послушали. Сегодня гибридов не станет. Мы отправляем их в биолаб для безопасного уничтожения. С глаз долой и с сердца вон. Ой, а оно сегодня ело? Оно всегда такое. Опыты Коннорса зашли слишком далеко. Гибриды в этой комнате безумно опасны и очень заразны, поэтому их и содержат в камерах. Эй, куда это он? Вылезай, малыш. Этот малыш – ходячая эпидемия. Любой контакт с ним – инфекция. Инфекция убьет вас. Или вы сами станете гибридом. Хочу, чтобы вы остались человеком, Паркер. Так что вперед. А вакцины есть? Для этих тварей нет. Они же не люди для начала. Они родились в чашке Петри. А что до бедных людей, которые могут быть инфицированы, к несчастью, тоже нет. Противоядия нет. Не хочу показаться жестоким, но эти существа хуже крыс. Такие твари поставили Европу на колени, принеся чуму. Но мы их все равно разводим. Ну вот. Кормим, ухаживаем за ними. Странно. Он так себя ведет только когда рядом... В смысле... Другой красавчик вроде меня? Ничего, я привык. В отличие от роботов, биосущества непредсказуемы. Мне нужен контроль. Непредсказуемы, да? Это еще что? Игуана, что ли? Это самая странная экскурсия в моей жизни. Не волнуйтесь, Паркер. Дальше лаборатория наноботов. Увидите, не захочется уходить. Простите, доктор Смайт, мне нужен кто-то с особым доступом, чтобы проводить меня в сектор Б. У меня нет времени. Гвен, может и к лучшему, что ты здесь. Разберись с этой бюрократической чепухой. Это тебе в наказание за то, что пришла без разрешения. Иди, догонишь нас, когда закончишь. Доктор, я лучше пойду с ней. Прослежу, чтобы ее не съели. Хм, понимаю. Зверь может не устоять перед красотой, как и человек.
Встретимся в лаборатории. Закончите и сразу туда. Мисс Стейси, это приказ. Конечно, доктор Смайт. Пошли, Пит. Ну, рад пошли. Рад вас видеть, доктор. Взаимно, Паркер. Это ты шутишь, правда? Это немного чересчур, ты не находишь? Это ужасное прошлое. Доктор Смайт говорит, что оно не вернется. Я ему верю. Ой-ой. Еще что? Что вы сделали? Ничего я не делал. Питер, он чует твою кровь. Он знает. Он на что-то реагирует. Я никогда раньше... Господи! Ой-ой-ой-ой-ой! Он сейчас выскочит! Да я не могу. Мы надо было переводить. Я могу помочь. Доктор Смайт, что-то случилось. Подопытный из камеры 4 пытается вырваться. Они сейчас все выскочат. Уведи его отсюда. Всеобщая эвакуация. Мы хотим помочь. Я отвечаю за себя. Я помогу! Поздно! Всем убраться отсюда! Я должен активировать роботов охраны! Прости, милая, тебе придется уйти! Прости, милая! Прости, какая я тебе милая, ты чего? Доктор Коннорс, помочь! Но я закончу по-своему! Ух ты ж, глянь! Назад! Ты мне не поможешь! Стейси, ядрен! О нет, это крыса! Я должен это прекратить! Что нам делать? Аварийная блокировка! Контроль переходит к роботам! Да убегайте же ты, ё-моё! Пит! Помогите! Этого не может быть! Нет, нет! Гвен, посмотри на меня! Гвен! Аварийная блокировка! Помогите! Нет! Как это открыть? Нет! Твою мать! Сектор 312. Что ж ты не убегал, это ядрён? Ну, паучок, как всегда, наворотил. Вперед устранять. Квен! Вот она. Помоги! Так, нам нужно в зону карантина. Ё-моё, тут просто полный зашквар. Все будет хорошо. Отведи меня в карантин. Я помогу тебе вывести оттуда других ученых. Похоже, эти роботы хотят мной позавтракать. У них программа защищать нас от гибридов. Черт. То есть, в техническом смысле, от тебя. Будь осторожен, Пит. Понял, спасибо за предупреждение. Боже, что? Господи, ты видел? Да видел я, да. Я тебя вытащу. Ага. Возможно. Может, перелетишь на паутине? Конечно. Спасибо за подсказку. Даже я без тебя. Что? Не, ну вообще будет второй фильм. Не хочу слушать никаких, что если. Так что до его финала ты точно выживешь. Опять роботы, осторожно. А черт! Сейчас! Устранить угрозу. Ладно, Квен, я собрался. Пора выбираться. А где она? Где-то тут, вот она. Ну-ка, иди сюда. Все, готово? Так, Гвен, Гвен, Гвен. Здесь мы не пройдем, да? А вон нам проход открыли внизу. Что такое? Не очень мне хочется оставаться тут, так что давайте быстрее свалим, ладно? Дверь заблокирована. Нужно найти другой путь. Ну вот же. Отлично. Система безопасности Аскорб. Карантин на той стороне. Гвен, оставайся тут. Я за тобой вернусь. Как-нибудь постараюсь, блин. Так, здесь прохода нету. И тут нету. Я помню, как я с лазерами в этой части кувыркался. Ой-ой-ой, было как прикольно и неприкольно одновременно. Было дико очень. Гвен, а что нам делать? Понял. Что-то, я не дурак. От
отлично видно. Постарайся открыть запертую дверь с той стороны. Сейчас все будет. Сейчас мы здесь пройдем. Все достаточно просто. Любой гибрид или робот — наш враг. Главное помнить это. Итак, вуаля. Лазеры не будут отключены. Более того, если я на них наступлю, то, по идее, двери закроются. Так что аккуратненько приходим именно сюда. Ну, наворотил, паучок, ну, наворотил. О! Вижу гибрида. Атакую. Твою мать. Давай-ка отступим и атакой в рывке нанесем им максимальный урон. Достаточно легко драться здесь, это понятно. Я выбрал такой уровень сложности. Ну а вам, железяки, как раз именно по этой причине не поздоровилось. Уж простите, родные. Так тоже можно. Игра зависла, поэтому почему нет? Можно и заново. Так-то ничего не изменилось. Вы по-прежнему консервные банки, которые я должен раскрыть. Разобрать, утилизировать и выбросить лишние детали. Ух. Ништяк. Знаю, в последнее время я, конечно, хоть и люблю больше Бэтмена, а не Спайдермена, но играть мне все равно веселее именно за Спайди. В любые игры. Паучок на века. Паучок на века. Гвен? Гвен, я отведу тебя туда, где безопасно. Спасибо, Пит. Сейчас все будет, смотри. Не, ну я, конечно, говорю, заварил эту кашу сам, грубо говоря, был катализатором таким. Ну, я и помочь в состоянии. Я заберу остальных, пока тут ад не начался. Пит, мы оба знаем, что он уже начался. Доктор Смайт сумеет хоть что-то объяснить, найди его. Да, но я должен спросить, что будет дальше с тобой? Я не знаю, но точно ничего хорошего. Я инфицирована, Пит. Мы все заражены. Вспомни, что случилось с Коннорсом. Вариант только один. А вакцина? Если она раньше помогала? Коннор заразился более ранним штаммом. Тогда это был обычный вирус. Он развился и мутировал. Теперь вакцины нет. А если я остановлю всех гибридов? Их надо остановить однозначно. Но даже если так, остается риск распространения вируса. Гвен, успокойся. С тобой ничего не случится, я обещаю, ясно? Разберемся. Я найду доктора Смайта и других. Надеюсь, еще не поздно. Стой, Питер, возьми Асфон, он на столе. Что взять? Телефон Аскорб. Это пробный образец, но я хоть позвонить тебе смогу. Хорошо, я скоро вернусь. Так себе вариант, на самом деле, давать подобные обещания, если честно. Ну ладно, включу телефон. Окей, сила атаки, сила атаки со спины, но вы помните, да, это же игра про прокачку. Таймер рывка, пружина, что за пружина? Соверши атаку в рывке против находящегося в удалении врага и нажми Y до того, как коснешься противника, чтобы отскочить от него. Сила атаки со спины, сила атаки. У принципе, все атаки больше урона наносят. Давай вот больше урона будем наносить. Ну вот так, все отлично. Психиатрическая лечебница Белуа 17 часов после инцидента. Да, я отвел его и остальных ученых в карантин. Только они все заражены. А гибриды? Где они сейчас? Я не смог их остановить. Они разбежались. Но ты же поймал меня, ящера. Чем эти существа отличаются? Знали бы вы.
Глава 1. Скорб, ваш друг. Человек-паук объясняет Коннорсу, что произошло пару часов назад, когда сражался с гибридами, разбежавшимися по всему Манхэттену. Манхэттен, через 4 часа после инцидента. Колоссально огромный город. Как же приятно по нему летать, я помню. О, да. Да, паутина в воздухе, но... Как ты? Не знаю. Неважно. Буду сидеть в Аскорб, пока мы не найдем вакцину. Нельзя, чтобы зараза отсюда вырвалась. Я знаю, кто может нам помочь. Будь осторожен, Пит. Смайт дал роботам программу на захват любых гибридов. Здорово! То есть и тебя тоже. Я понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отправляйся в эпицентр землетрясения. Человек-паук объясняет Коннорсу, что, о, бла-бла, я понял. Телефончик мне нравится. Да, телефон классный. Будет нам помогать. Да, паутина цепляется за воздух, но лишь на той высоте, на которой есть здание. То есть нет совсем уж до бреда. И это обеспечивает комфортное передвижение по городу и приятную игру. Мне нравится подобный стиль. Не важно, что я не цепляюсь именно за здание, если честно. Вообще не важно. Как вы можете видеть, тварь остановилась посреди парка. Рассмотрев ее, мы можем с уверенностью сказать, что это не та рептилия, которая не так давно терроризировала Манхэттен. Странно, но... Ты бы свалила, подруга! Не время для новостей. Какой нахер вертолет, ты чё? Это немножко побольше железячка. Знаешь, Смайл, это уже чересчур. Да, в натуре. Эй, назад! Он же с тобой говорит! Верно? Кажется, нет, паучок. Очень плохо! Есть ачивка! Уничтожить этого робота, не коснувшись земли. Попробуем выполнить ее. Ох. Потому что, как оказалось, я... все еще без этой ачивки. Ну-ка, принимай. Нет, кажется, все еще нет. Ну-ка, теперь сверху, брат. Это было красиво. Давай ты не будешь падать, ладно? Не будешь падать, я сказал. О. Да нет, коснулся земли, ё-моё. Ну вот, ачивки не будет. Видишь, практически нереально. В этот момент нужно каким-то боком прям мега-мега-мега-мега быстро-быстро-быстро отвалить. Ловись, зараза! Я должен попасть в них. Ох. Обожаю паучье чутье. Как тебе это? Как никогда вовремя. Эй, открой глазик! Открой глазик, говорю! Чего это ты творишь? Ты чего учудил? Я что, повредил систему наведения? Или ты что-то...
С этим нужно покончить раз и навсегда. Ну-ка. Вертится на этих шарнирах. Работает. Очень сложно, между прочим, не касаться земли. Если заклинить шарнир, он затормозится. Надеюсь. А видишь, на какой я грани? Просто дичь. Ну как, нравится пути? Супер. Осталось пару лапок. Есть! Теперь другая. Последняя нога. Нога. Сука. Спайди, что ты со мной делаешь? Ну давай же, ну. Ну же. Все? Все, отлично. Я с этим покончу. Ну-ка. Как ты будешь это делать? Перед свалкой. Сезам, откройся. Ой-ой. Отворот. Давай, друг. Шире. Вот так. Вон аппетит. Уф. Достижение получил. Ну-ка, победить не касаясь земли. А, все-таки не засчитали мое касание земли. Ха-ха, есть ачивочка.